Всем здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Купить недвижимость в Испании». Меня зовут Анна, я агент по недвижимости в Валенсии, и агентство называется «Испания Инвест». Ну что, сегодняшний ролик и многие последующие летние ролики будут посвящены ответам на ваши вопросы или комментариям на какие-то ваши другие комментарии. Значит, друзья, мне поступает очень много писем от вас и по WhatsApp, и по электронной почте, и по звонкам по вашим и так далее. Все вопросы касаются недвижимости, покупки или аренды, поэтому все вопросы примерно одинаковые. Ну и, соответственно, хотелось бы записать вам ролики на эту тему, отвечая на эти вопросы, чтобы, ну, собственно, у меня меньше работы, да, и вы от меня не зависите и сами получаете информацию. Поэтому у меня тут есть бумажуля, где записаны какие-то определенные комментарии, ваши вопросы и так далее. Значит, иногда будем рассматривать несколько вопросов в одном ролике, иногда один. Здесь мини-ролик, мини-вопрос рассмотрим. Смотрите, зачитаю вам. Добрый день, хочу купить квартиру для жизни в Валенсии. Мы прилетаем такого-то числа. Хотелось бы встретиться и познакомиться для дальнейшего сотрудничества. Ай, больная тема для меня. Значит, как вам сказать получше, чтобы было понятней? Смотрите, на данный момент моя жизнь примерно строится таким образом. Дай бог, раз в 24 часа за сутки я могу себе позволить сходить в туалет. Примерно столько же раз я могу поесть в сутки. Мой муж записывается ко мне на прием, чтобы вообще меня увидеть, друзья мои. Поэтому я вам уже не раз говорила, но еще раз повторяю для новичков, для тех, кто меня не знает, ни с кем не встречаюсь, ни для каких знакомств. Ни кафе, ни бар, ни ресторан, ничего. Работы очень много. С каналом, с появлением канала YouTube вас стало очень много клиентов, я имею в виду. Вам огромное спасибо за доверие, за то, что вы обращаетесь. Но, к сожалению, я сейчас пока еще работаю одна. Вот уже 8 лет я работаю одна. И на моей шее плотненько сидят. Покупка недвижимости с продажей, покупка, оформление всех документов по доверенности, ремонты квартир, обставка квартиры, дизайн, аренда жилья, решение всех вопросов, которые возникают и проблем у клиентов, которые уже со мной работают. Да? Ну, грубо, смотрите, у меня, например, там, не знаю, 20 объектов, наверное, сейчас по аренде. В каждой квартире живут люди. И мой день примерно, каждый день примерно складывается так. С утра пораньше звонки. Аня, привет, мы забыли ключ. Аня, привет, мы потеряли ключ, нам никак не зайти в квартиру. Аня, у нас сломался унитаз. Аня, мы разбили тарелки, или нам нужно новое одеяло. Аня, как там продвигается ремонт? Аня, нужно ли покупать, там, я не знаю, плитку? Аня, мне не хватает ламината, иди, едь, докупи ламинат. Аня, у нас сломался холодильник. И вот так вот целый день и каждый день, друзья мои. Это не говоря о том, что мне еще звонят, здравствуйте, Анна, мы посмотрели ваш канал, хотелось бы с вами поработать, или у нас там есть вопросы и так далее. То есть я, в принципе, целый день, да, можно сказать, не откажу от телефона вообще. И муж со мной может поговорить только по телефону, потому что застать меня вживую практически невозможно. Поэтому, ну, сами понимаете, да, встречаться с людьми, которые планируют когда-то что-то купить, я вам честно скажу, это дело неблагодарное. Почему? Потому что, когда у меня было меньше клиентов, и я встречалась, ну как же, ну клиент хочет познакомиться, но люди все разные, ну кому-то нужно видеть человека в глаза и так далее, я встречалась. Ноль человек купили у меня квартиру. Все, кто со мной не встречался, все, кто со мной общались по телефону, по консультациям, по WhatsApp и так далее, все купили. Поэтому, друзья мои, если человек хочет купить, он покупает, он не болтает и не знакомится. А вот люди, которые не уверены, где они хотят, что они хотят, не уверены по бюджету, не уверены по району, они встречаются, всегда хотят встретиться и познакомиться и так далее.
Так вот, на это у меня нет времени, к сожалению. Я не хочу, чтобы вы обижались, да, что вот такая плохая там не хочет встречаться. Я не встречаюсь не потому, что мне на вас наплевать, не потому, что я не хочу с вами работать, просто потому, что у меня нет на это времени вообще. Мне достаточно людей, которые не хотят встречаться и уже все покупают, все в процессе. Я знаю, что есть люди, которым очень важно, скажем так, общение, да, более-менее личное, увидеть человека, узнать. Друзья, у вас есть канал YouTube, боже мой, для вас я его и создала, чтобы вы могли меня и увидеть еще, не только прочитать в блоге там, да, или на сайте, но и увидеть и услышать. Я считаю, этого более чем достаточно, чтобы со мной познакомиться и понять, сходимся мы с вами там характерами или не сходимся, сможем мы работать вместе или не сможем. Естественно, такое тоже бывает, и я не со всеми схожусь характерами, и вы со мной тоже можете не сойтись, и ничего страшного, прекрасно, есть много других наверняка агентов по недвижимости, замечательных, как я. Поэтому, друзья, заканчиваю, чтобы вас долго не грузить. Спасибо, что вы остаетесь на канале. Пожалуйста, не обижайтесь на меня, если я вам резко и быстро отвечаю. Это не потому, что мне безразлично, а потому что очень много нужно ответить людям. Поэтому ответы мои всегда краткие и четкие, без размусоливания. Всего вам доброго, удачных вам покупок и всем пока!